Глава Якутска проверил качество выполнения работ по созданию комфортной среды. В столице республики полным ходом идет благоустройство 23 дворовых территорий и 9 проектов общественных пространств. Арсен Николаев проинспектировал ход работы по благоустройству дворовых территорий. На данный момент завершаются работы по асфальтированию дворовых территорий домов по Петра Алексеева 6 и Лермонтова 29. Согласно программе, во дворах также предусмотрено водоотведение, установка скамеек, урн, освещение, а также очистка территории от стационарных гаражей. Стоит отметить, что одним из условий участия в федеральной программе благоустройства дворовых территорий является соучастие граждан. Вот этот демонтаж всех этих старых ограждений или покраску нормальную? А потом мусор-то вот так вокруг этой площадки тоже убрать. Все набито, все деревья повалены, тоже прибрать. А это субботник. Это субботник. Да? Это только субботником решается. Участие жителей. Субботник-то обещали. Да. В принципе, мы когда вывозить вот этот, можем технику подогнать подрядчика, а вы накидаете туда. Время согласовать. Это правило, да.